Всем привет-привет! Вот смотрите, что происходит, какой рост с нашей петунькой. Она подросла заметно. И что мы делаем дальше? Дальше можно взять зубочисточку и просто ее как бы по бокам подокучить. Также можно и рыхлить зубочисткой, чтобы все-таки воздух проникал и она у нас дышала. Важный момент. Я беру янтарин, добавляю в опрыскиватель в обычный и просто сбрызгиваю вокруг, увлажняя ее тем самым. То есть по бокам, не затрагивая ее, очень аккуратненько опрыскиваем. Она у меня уже стоит открытая. Петунька вам напомню. Так, сорт у нас... Shockwave, как оно, беленькая, вот такая ампельная. Вот, то есть я ее не закрываю, она уже самостоятельная, но стоит, правда, под лампой. Что будем делать дальше, как будем пересаживать и прищипывать, вы увидите. Будьте со мной.